Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Всем здорово, пацаны. С вами Леонель Джустиньяно. И продолжаем путь к вершине полусреднего веса, к чемпионству UFC. В прошлом выпуске победили Амари Ахмедова, поднялись на 35-ю строчку рейтинга полусредних весов, заработали очки Evolution Points. Да, у нас неплохая уже более-менее статистика. В стоечке у нас уже 86, клинч 79, граунд пока не очень, 64. Ну, я думаю, все будет все лучше и лучше, если мы будем выигрывать, если мы будем тренироваться. Итак, движение. Улучшил я кики, улучшил вот этот вот встречный удар, который мы прощупывали в прошлом бою неплохо, Ахмедова до третьего уровня. Также улучшил наши перки, все теперь они третьего уровня. Именно на это я потратил наши заработанные Evolution Points. Итак, давайте выберем нашего следующего соперника, посмотрим, кто у нас здесь есть. Бенсон Хендерсон, Ким Минс, ёпта, нихера, он здоровый, боксер, и Льюис Тейлор. Ах ты сука! Ну что ж, если честно, я считаю, что пока что нам нужно, наверное, вот Минса выбрать. Конечно, у него стойка просто дикая, но... Пока что я считаю, что мы не готовы к Бенсону Хендерсону. Надеяться на удачу я не хочу. Я хочу побеждать своих соперников исключительно по бойцовским навыкам. Как в прошлом бою мы перебили нашего, пожалуй, первого серьезного соперника с высоким оверрейтом. Это Амари Ахмедов. Мы просто его перестреляли, перебили. Я считаю, да, второй боксер. Я считаю, нужно выбрать Тима Минса, подраться с ним. И там уже будем дальше смотреть. Возможно, попадем на Хендерсона. Ну что ж, давайте тренироваться. Мы улучшили работу в борьбе, непосредственно ground defense и out the back. Силу клинча, борьбу в клинче и силу левой и правой ноги. Ну что ж, Тим Минс, жди нас, и мы придем. UFC Fight Night, Джон Джонс против Тима Каминса, Лос-Анджелес, Калифорния, Staples Center. Минс против Евстафьева. Последний бой андеркарда. Мы готовы к большому бою. Мы готовы разрывать. Поехали. Мы готовы. Если честно, волнуюсь очень сильно, потому что не считал я Амари Ахмедовым слишком прям сильно топовым соперником. Он был по статам он высокий, но не сильно я волновался. А вот с Минсом, да, он выглядит просто огромным. 26-7-1 из Альбукерки, Нью-Мексико, США. Тим Минс, поехали. Конечно, Тим Минс, я так понимаю, будет готов нокаутировать нас. Корпус пробивает на Минс, а мы пробьем ему ебальник. И ошибка, за которую нам предстоит походу поплатиться. Нужно вылазить, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тяжелое положение у нас, тяжелое, встаем. Хорошо комбинирует Минс, но мы-то тоже не робкого десятка. И вновь лезет Минс нам в ноги. Здесь у нас со стаминой все в порядке, поэтому мы спокойно встаем. Какой-то хуйней занимается, если честно. Пора работать. Говорят нам тренера. Удар в тело. Корпус неплохо, голова отлично. Хорошо, как же он вынес его?
Как же он вынес? Ой-ой-ой-ой-ой! Летите! Встаем мы! Надо вставать! Вот это бой! Вот это бой! Ёб твою мать! Ну как же мы ему ебальник-то расколотили! И вновь попадает нас Минск хайкиком и преследует нас, преследует. Нам надо отходить. Дразнит нас Минск, дразнит. Ну давай подразним в ответ. Хорошо. 58-49 в нашу пользу. Еще вертушка, неплохо. Отлично, хорошее попадание. Минск нас крупнее, Минск нас выше. Все, спать. Да, вы его даже добивать не стали, ёб твою мать. Минск, до свидания. Уронили эту шпалу. Евгений Евстафьев, победитель этого противостояния. Нокаут вечера — Гектор Ломбард против Рика Стори. И в бой вечера — Джон Джонс против Каминса. Ну что ж, я, если честно, надеюсь, 198 тысяч фанатов, 800 Evolution Points. Я очень надеюсь, что следующий наш бой будет уже в номерном турнире UFC, а не в UFC Fight Night. И посмотрим, кто у нас будет соперником. Итак, следующим нашим соперником будет, да, Бенсон Хендерсон, его можно выбрать. Тарек Сафедин, бельгиец, кикбоксер, греко-римец Бенсон Хендерсон, боксер Рик Стори. Стойка 87, клинч 88, граунд 88, практически идеальные, так скажем, идентичные статы. И оверрейт 89. Бенсон Хендерсон, стойка 90, клинч 89, граунд 92. Оверрейт 92. Тарек Сафедин, оверрейт 88, стойка 91, клинч 86, граунд 81. Я считаю, что почему бы и нет, почему бы не попробовать с Бенсоном Хендерсоном. По идее, по статистическим показателям, Рик Стори слабее Бенсона Хендерсона, но по месту, которому он находится, он выше. Мы дрались уже дважды с боксерами. Ну, мне очень в свое время нравился Бенсон Хендерсон, его зарубы с Энтони Петтисом. Его заруба с Клеем Гуидой. The footwork he used, the weird movement. It's just so hard to get dialed in. Benson connected. Now he hits him again. Oh, swinging away. Oh, Guida got hit. Guida got hit hard. A wild exchange. Кому интересно, чисто зайдите, посмотрите в интернете. Это очень крутые бои. Одна из таких классика UFC. Бывший чемпион в легком весе. Что ж, давайте, почему-то хочу его выбрать. Давайте выберем его. Бенсон Хендерсон. Тренируемся. Итак, чуваки. Улучшили скорость, как обычно. Рук-ног. Работу в клинче. Защиту от тейкдаунов, которая блица уже к 90. По-моему, один из первых показателей. Да, еще стамина у нас 86 стала. Которая блица к 90. Также защита от удушения, от болевого, и травму получили. Крепость минус 1. И также минус 15 тейкдаун. Ну, в принципе, мы его не используем, так что нам на него должно, в принципе, поебать. И out the back минус 5. Ну, нам это не помешает быть агрессивными, быть мощными.
в этом поединке Бенсон Хендерсон. Мы готовы. Итак, Джонсон против Каминза, Рио-де-Жанейро, Рио-Арена, Бразилия. Хендерсон против Евстафио, Андеркарт. Ну что ж, 3-4 года ему, 20 нам, мы выше, размах рук больше. Ну, я думаю, не нужно учитывать эти показатели как преимущество, потому что это Бенсон Хендерсон. Это настоящий воин. Вперед. Хорошее начало от нас. Корпус и двойной апперкот с правой. Хорошо. Вертушка. Неплохо. Хорошо. Пока все наши удары достигают цели. Хорошо. Отличное попадание. И он делает первый тейкдаун, после которого... Нет, мы не встаем. Я уже думал, мы встанем сейчас. Гетап, гетап. Да, отлично. Потому что стамину мы прокачали неплохо. Почувствуй скорость, старина. Еще вертушка, неплохо. Ох, какая... Здесь так из плеча, отлично. Великолепно мы ведем этот бой пока что. Просто потрясающе. Отлично, мы прощупываем ему корпус. Хайкик. Еще хайкик. Такой в стиле тэквондо. Еще попадание. Вертушка. И заканчивает это дерьмо. Но встает, встает быстро. Восстанавливается Хендерсон. Пока тотальное просто уничтожение происходит, но он продолжает держаться. Ну, опять же, у Хендерсона тейкдаун. Вспоминаем по недавний бой с Тайсоном, после которого нас засудили. Видимо, русских здесь не особо любят в UFC. 104-17. Просто мы его уничтожаем на данный момент. Пока бой такой, знаете, чисто... Ой-ой-ой, не прошел у него тейкдаун. Но это больше, наверное, скорее всего, его ошибка, чем наша защита, так сказать, сработала. Вы видели, как он сложился? Вы это видели? Обнимашки. И, ну, бам. Мы просто его своими стальными бицухами забили. Просто насмерть. Итак, ребят. Сегодня у нас получился очень хороший, сочный выпуск, насыщенный. Мы выиграли двух топовых соперников, реально топовых, то есть таких мощных, сильных. И, собственно, мы выиграли Тима Минца и выиграли Бенсона Хендерсона. У них рейтинг у обоих под 90, у Хенда вообще 92. И мы занимаем на данный момент 32-ю строчку рейтинга полусредневесов. Ну что ж, думаю, на этом можно будет заканчивать нам в следующем выпуске. Хотелось бы надеяться войти в топ-30. Тут уже очень сильные соперники пошли. Уже реальные звезды, то есть реально топовые. Тут минимум оверрейт будет, ну, 88, наверное, 87, я так думаю. И поэтому я считаю... Нам нужно работать еще сильнее, еще упорней. И все будет отлично. Ну что ж, спасибо всем за просмотр и за лайки. Подписывайтесь, оценивайте. С вами был Леонель Джустиньяно. Пока. Money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do.